Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плюско Михаил. И, дорогие друзья, я в долгожданном отпуске. Как вы бы знали, как я по вам всем соскучился. Я знаю, что я обещал, что впереди нас ждет исключительно все самое интересное, но так получилось, что у меня, ну скажем, назовем это маленькая рекламная пауза, которая длится уже 21, по-моему, месяц или что-то в этом духе, но когда-нибудь это непременно закончится, и мы с вами увидимся. Коллеги, есть один очень важный момент. У вас есть возможность снять видео для моего канала, отправьте его, например, Валериусу, найти его канал вообще. Короче, ссылка на его телеграм-канал будет в описании к этому видео, но это скорее для мастеров по ремонту телефонов. Либо на Яндекс.Диск, да? Да, либо на Яндекс.Диск, но это уже решаемо. Либо жене, либо Валерию, у него есть полный доступ к моему каналу. Далее, несмотря на то, что я сейчас, ну скажем так, в командировке, назовем это в данный момент так, политкорректно командировка. Вон у меня тут нога красивая после гранаты и так далее. Да. Уже практически все зажило. Вот. Что я хотел сказать. Друзья, работает телеграм-канал. Ребятам, которые администрируют мой телеграм-канал, Слав, остальные, огромное искреннее, правда искреннее спасибо. Это, ну, как бы действительно огромная поддержка. Огромное спасибо Валере, который сейчас, кстати, как оператор работает. Да-да-да-да-да. Который периодически снимает для меня видеоролики. Канал хотя бы не погибает. Коллеги, ссылка на курилку Плюско телеграм-канала будет в описании к этому видео. Если вы вступите туда и корректно зададите свой вопрос, не так, что «О боже мой, помогите спасите, у меня Samsung заблокированный, как разблокировать бесплатно?» Вас просто барахолку отправят с бесплатными услугами. Ребят. Клиенты, работаем. Угу. Вот, если вы там корректно зададите свой вопрос, грамотно, именно как мастер, вам непременно помогут с решением вашего вопроса. То есть какая прошивка, что предприняли, максимально подробно. Очень большой шанс получить ответ, ну и чисто общение. Вроде как это одна из самых крупных групп по ремонту телефонов в СНГ. Не уверен, но когда-то это была самая крупная группа. Так, Валера сейчас вовсю делает телефоны дистанционно. Сегодня у нас Redmi A2 Plus, платная программа Unlock Tool. Но это как, насколько платная программа? Это уже сейчас практически как отвертка. Минимальный набор, который должен быть у каждого мастера. Выбираем Redmi A2 Plus и, соответственно, нажимаем стереть FRP. А, как ты там называл раньше? Ерёс. Erase. Да, Erase, я знаю. Я специально называл Ерёс. Ерёс. Да. Понял, так, сейчас человеку мы напишем, чтобы он его подключил в режиме Preloader. В режиме МТК. Да, секундочку. Да. Со мной все хорошо, все положенные выплаты я получил, купил жене машину, счастлив. Вот, красавчик, мы же поздравляем. Сейчас, секунду, человеку скажу. Конечно, конечно. Ну, Андрей, выключен телефон, зажимаем плюс-минус, держим и подключаем телефон к компьютеру. Плюс-минус, держим, не отпускаем. Сейчас как раз смотрим. Закрой. А, ну да, или диспетчер, чтобы было открыть, да, чтобы было понятно, что у нас драйвер установлен будет. МТК. Сейчас ждем, пока человек подключит его, если он быстро прослушает мое голосовое, видите, у него открылось внизу, вот он его подключает, и пошел процесс разблокировки. Все, Михаил Плюско разблокировал Андрею Redmi A2 Plus. Закрываю уже диспетчер. Соответственно, мы выбрали подраздел к Xiaomi, вот, выбрали Security, и выбрали Redmi A2 Plus и нажали Erase FRP, выключенный зажали плюс-минус телефон, подключили, и вот итоги работы. То есть блокировка Google аккаунта прошла успешно. Причем занимает это несколько секунд. Закрой, пожалуйста, программу и выйди с AnyDesk. Работу мы уже завершили. Самое смешное, что мой опыт по разблокировке телефонов очень здорово помогает мне, ну скажем так, в моей командировке. Я думаю, что уже не секрет, где я нахожусь, но не суть важно. Потому что много трехсотых, много тяжелых трехсотых, которые там телефоны оставляют, либо там рюкзаки бросают, если тяжело эвакуироваться, и так далее, и так далее. И так или иначе, телефон — это рабочий инструмент, на котором мы устанавливаем карты и, ну скажем, многое другое. Все равно, ну, невозможно там, допустим, находиться на пределе 24 часа в сутки на протяжении длительного времени. Поэтому мы и фильмы любим посмотреть, и, соответственно, в игры какие-то поиграть. И разблокировал. А у нас в основном, что мы покупаем, это инфи. Вообще. У нас там iPhone — это не телефон, потому что, ну давай, давай, перекинем, вышел, допустим, по Bluetooth что-нибудь даже. Что-нибудь скачал каким-то образом, или там посылкой, флешкой переслали, сериал Fallout. Всем хотят посмотреть, передай его на iPhone. Как его передашь, да? Да, никак не передашь. Там с генераторами бывают проблемы, не зарядить телефон, не говоря уже о том, что там компьютер запустить и так далее. Вот, особенно передовой. Подавляющее большинство телефонов — это инфиниксы, вот такие вот телефоны всякие там, ну, в общем, китайские аппараты. Понятно, сейчас, которые распространенно весьма, да, стали, то есть, там, и так далее, и так далее, естественно, которые покупаются втридорого, но это не суть важно. Вот, и такие телефоны, в том числе, FRP разблокирую, отдаю обратно ребятам.
И вот, кстати, тот самый момент, когда Плюско снова вернулся к тому, что разблокирует запалку колбасы, либо там за несколько дней. Своя валюта. Понятно, понятно. Все, дефицит, то есть, добыть, да. Посылки людям присылают и так далее, и так далее. Молодец, Мишка. Как-то так. И не работайте за 300 рублей. Хватит уже работать за дошираки. Вот такая работа должна нормально оплачиваться. В противном случае вы знаете, к чему это может привести. Лучше хорошо работать, чем хорошо быть в командировке, скажем так. Выразимся это предкорректно. Тогда. Ладно, с вами был Плюско Михаил. Дорогие друзья, по всем очень сильно соскучился. Не стоит меня списывать со счетов. Появлюсь. Постараюсь вам снять и бесплатных методов, но... Ждем. Кстати, предъява идет, что в последнее время выходят исключительно платные методы. Но да, две причины. Первая, потому что нет меня. Второе, я из года в год говорил, что ФРП становится сложнее, скоро вообще авторизацию практически все бренды подкрутят. Все это как на аксиомах будет с ми-аккаунтом, грубо говоря. Вот. Я говорил, что наступает время программаторов. Если вы давно меня смотрите, то прекрасно понимаете, что... Я вас давно предупреждал, бесплатных методов будет все меньше и меньше. Это неизбежно. Как говорил, так и происходит, да. Всем вам хорошего настроения. Впереди нас ждет исключительно все самое интересное. По всем соскучился. Подписывайтесь на телегу. В телеграм-канале действительно много чего интересного. Хотя бы даже просто почитать, ознакомиться. Там интересные вещи порой описывают. Да, да. Ну и по субботу, воскресенье, клуб работает. Приколы и так далее и тому подобное. И отдельное спасибо Валере и администраторам телеграм-канала. Правда. Парни, вы лучшие. Давай, Миш, спасибо. Пятачок. Опа. Пока. Все, пока-пока.